Ну чё, Джеки, пойдем посмотрим, что за этими дверьми. Запашок меня уже не радует. Кажется, пахнет. Пахнет. Блинский, ну да. Вот этими чуваками пахнет. Это что, священники, что ли? А это что такое? Холодно, холодно. Согреться надо жигой. Рисуночек. Похож на меня. Чувак с аквалангом под водой. Улики. Еще одна кассета. Ёршики-коршики. Джеки, драпай сюда. Я тут нашел чумовую пещеру. Вся в кровище. И какая загадочная. По-любому куда-то приведет. Опачки. Ну-ка, Джеки, подсвети. Кровавый туннель. Вот это двери. Я таких на острове еще не видел. Интересно, что там? Давай, Джеки, взламывай. Так вот откуда этот ключ карт-то был. Вот это бункер. Я так полагаю, акваланг нам больше не понадобится, надо его снять. Джеки, ты представляешь? На цивилизацию набрели. Кто бы мог подумать, что на этом необитаемом острове будет такое. Кажется, нам наверх. Я так полагаю, Джеки, что то, что мы видели с тобой на видеозаписи, происходило где-то здесь. Поэтому надо быть настороже. Тут спуск, Джеки. Давай шевели своими булками. Учитывая валяющиеся инструменты, коробки и шуруповерты, отсюда кто-то в спешке убегал. О, баллончик. С кислородом, что ли? Ну да, походу кислородик. Ой, это ж газ! Вот это я зажег. Бамбалейла! Чё тут у нас? Досье на школьников. Знакомая девчонка. Не она ли была на видеозаписи, а? И почему на нее досье заведено? Она что, опасная какая-то? Вот что за жизнь? Если не пещера, то обязательно вентиляция, шахты. Вечно мы с тобой, Джеки, где-то ползаем. Ух ты. Чей-то скромный уголок. Походу, здесь сидел ребенок. Детские вещи, игрушки. Неужели? Джеки, мы выползли в свет. В разруху, правда, но в свет. Что это такое? Походу, это столовка. Ща набьем животы, 3 дня с тобой ничего не ели. Нормальный хавчик. Правда, тухленький, но человеческий. Джеки, ты что там, кофе пьешь? Я тоже хочу. Ну-ка, бариста, намути мне кофе. Ништяк. Как давно не пили кофе. А это что, автоматы? Ё-моё, не зря деньги собирали, Джеки. Надо опустошить эти автоматы, забрать все, что в них есть. Ладно, шоколада хватит, возьмем еще напитки. Щикардос, жить можно. Джеки, походу, это единственный проход. Раз тут все заперто, опять полезем по шахтам. Как тут темно. Где мой фонарик? А фонарик уже не фурычит, батареечек надо. Детская комната? На кой черт здесь детская комната? Сколько игрушек. Это лаборатория или детсад? Что здесь вообще происходило? Ух ты, старые приятели. Твою ж налево. Живенькие еще. Эй, бэбики. Бэбики-монстрики. Нет, бэбики-мутантики. Так лучше звучит. Бэбики-мутантики. Неужели в этой лаборатории выращивали этих мутантов? На кой черт они сдались кому-то? Эти монстры. Ох уж эти ученые. Они загубят нашу планету. А это что такое? Что за слизняк? Фу, блин. Почему он лежит на детской кроватке? Что это за улитка без ракушки? Джеки, чё щемишься? Пойдем разберемся сейчас с ним, пойдем. Сейчас я ему навтыкаю своей пикой. Ой-ё! Ё-моё! Ты не говорил, что он здоровый? Побежали отсюда! Где моя там бензопилоночка? Бензопилоночка. Сейчас я его распу... Хотя нет. Лучше динамитика взять. Не хочу к нему подходить вблизь. Бамбалейла мутаньела! Джеки, ты в порядке? Я вижу, что тебя там немного задело. И кажется, того мутаньела тоже вынесло. Ништяк. Так, динамитик надо выкинуть, чтоб нас не задело. Чё, Джеки, новую шубку нашел? Дай-ка я тоже себе возьму. Чё там опять детские комнаты? Капец, это место жуткое. О, вот и мамочки походу. Блинский, не хотел бы я здесь работать. А это что такое? Раздутые мутанты? Капец, их разнесло там. Жуть. Боюсь узнать, что я дальше увижу. О, а это походу инкубатор. Здесь этих бэбиков выращивали. Что там, Джеки, записка какая-то? Property Мэган. Интересно, как давно эта лаборатория вообще существует здесь? Да, и угадаю. Это походу та девочка рисовала. Ну да. Написано, что это Мэган Хрос. Ее рисунок. Опачки. Это же конференц-зал. А вот и сама лаборатория начинается. По всей видимости, это аналитический отдел. Рисунки знакомые. Книжки такие мы тоже видели. По всем пещерам разбросаны. А это что за штука? Похоже на огромный фен для головы. Но это не он. Короче, какая-то неведанная фигня. Джеки! Глянь, что я тут нашел. Походу, это инкубаторы. Точнее... О! Они живы еще, прикинь! Где этот чертенок? Чуть кирпичей не наложил, блин, из-за него. Че, ступористый, что нашел? Да, показывай. Упасть не встать. Это же та штука, которую мы видели на картинках. Я думал, она больше будет. А что она делает? Слышь, Джеки, там, кажется, кто-то есть. Я ее сейчас попытаюсь открыть. Какого? Джеки, это же Тимми. Что они с ним сделали?